красненькие. А здесь 4. 4 зоны заняли синенькие и 2 желтенькие. Но это неожиданно. Мы набрели хранилище трофеев планарной брони. Так. Еще. Денежку можно взять? А яблочко можно взять? Яблочко. Так, что у нас там надыбалось? Так, надыбалось. Меч выносливости. Часть набора выносливости. 0 из 3. Огненный посох выносливости. Кленовый лук электричество. Кинжал выносливости. Топор выносливости. Одноручное оружие. Одноручное. Посох, естественно, двуручный. И это одноручная. А если вот это и вот это, что будет тогда? Пиво холодное будет или нет? Трак тебе дох. Трак там, там, там. Вот. И что у нас там? 2 предмета. 2 предмета. Выносливость. Огненный посох выносливости. Трах. Так, выносливость — это, конечно, хорошо. Жаль, мы бы так часок посидели здесь, если бы можно было дождаться еще призов, еще эльфийские сады или балкон хранилища трофеев. Здесь не можем атаковать. Нам не дают. А можем. Атаковать можем, а убить не можем, наверное. Поубивали синенькие. Такие шарнишки. Так. Ну. Хочется, чтобы пришли эти солдаты легиона нулевого. Ой.
Это к ним относится. Синенькие явно хотят меня убить, но у них не срабатывает убивалка. А мне вот эту баллисту нужно убить. Вообще хочется поубивать этих самых. Неписи. Писи, неписи. Почти уверены, что нам не удастся. Нет, это все синенькие бегают. Они неписи. Вот он бегает, бегает, бегает. Сжигают баллисты. Нет, в таком состоянии мы не можем убить кого бы то ни было. Но и нас не могут убить. Интересно, мы сможем причинить им вред? Не. Пуньк. Пуньк. Нет. Жаль. Они меня укробят, стрельцы. Зря я не сходил, не поджег эту баллисту вовремя, а теперь уже поздно. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем повествование. А если это как у... Нет, ничего не получится. Если лук, то тоже не фигусечки. Фигусечки. Они даже меня не видят. А там какой-нибудь синенький внизу сидит, поджидает, когда я спрыгну с балкона. Они такие коварные, синие. И желтенькие, коварные, и эти, как его, эти. А сейчас он отсюда выйдет, а может, не выйдет. Убей вот этих вот стрельцов, раз уж ты здесь. Ладно, укробят меня, но пускай погибну я, но прежде меня обнаружили. Их не успел. О, два шага дойти.
Я же говорил, меня поджидают. Радостные, главное, такие радостные. Так. Ладно, на этой оптимистической ноте. Я сейчас ищу фоткаюсь. А потом на оптимистической ноте. А, нет. Так. Посмотреть награды. Осталось 7 дней. Избранная. Амар. Ну ладно. Так, это у нас. Вот где эти баллисты надо уничтожать. Вот. Уничтожить баллисты. Эльфийские сады. Так.